Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. Продолжаем играть. GTA 5. Почему у меня бомбы-липучки в руках? Я приехал к аэродрому. В прошлой серии мы получили немного денег. И в этой серии я немного их потрачу. У нас есть 500 тысяч долларов. Хочу наконец-то купить ангар. Доход 5 тысяч долларов за наземную операцию и 7 тысяч за воздушную операцию. Посмотрим, как это выглядит. В общем-то, покупаю. Нажмите, чтобы подтвердить. Ага. О, самолет поставили. Круто. Эй, ты! Эй, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, this is gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Вот так вот сразу прям. Вы купили полевой ангар Маккензи. Здесь осуществляется сбор и перевозка оружия. Вы будете получать 5000 долларов за каждую наземную операцию. Ну, и премию за хорошо, за хорошую работу. Так возить ты будешь, я так понимаю. Да, чтобы доставить контрабанду, сядьте в самолет или в баги. Вот так. Ага. Круто, наверное. Давай полетаем, что ли. Главное, чтобы было куда сесть. Сесть-то есть куда. Сесть мы всегда успеем. Ну да. Оскар! Танго, Фокстрот, Виски! Оскар! Ты! О, ты на границе. Я люблю это, я думаю. Окей, этот самолет это кастом-фитед для пакет-дропс. State-of-the-art радар, secure radио. Это tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. Low profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got two deliveries. I put in the coordinates. You make the drops. You get out of there. Roger. Oscar. Trevor. Садиться не нужно, получается. Да, просто полетать. И сброс груза будет. Главное точно сбросить. Клево. Давай посмотрим, что у нас сейчас. Ох, ты куда? Ого. Ну, на самолете быстро, я думаю, долетишь. Да, достаточно быстро должен. Мы полетели. Контрабандист. Цели обозначены сигнальным дымом. Окей. А в чем сложность, интересно? Вряд ли все так просто. Просто полетать, сбросить груз, получить. Ну, во-первых, попробуй попади. Тебе не зря 4 штуки положили. Ага. Потому что груз нужно точно, видишь, в пределах зоны какой-то кинуть. Ну, там, по идее, зона это отмечается. На радаре, и мы сбрасываем в ней. Я думаю, все должно быть нормально. Крестиком сбрасывается. Попал? Да. That's what I like to hear. Быстренько мы долетели. Ну, собственно, время, как бы, и меткость вознаграждается. Угу. Ну, то есть это так, опять тоже полетать, порелаксировать. Но мне нравится, что здесь платят нормально. То есть, конечно, это там на машину накопить будет довольно сложно, но это, допустим, но... Ну, не 100 баксов же. Ну, в том-то дело, что, то есть, нормально.
вполне реально летать под настроение, немножко подзаработать. Вообще, почти в центр. Another package received. Молодец. That's all the drops done. Come on home now. Огурец. Класс. А деньги через неделю. Oscar, que onde, compadre? Hey, I didn't know you spoke a real language. Damuna mamada. Grama mamacita. I learned everything I know from some lovely ladies just south of the border. Ah, okay. How long you been up here anyway? You seem to know your way around. Maybe 5 years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. Have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andrean accent. Sandy shores, few years, self-destructive right-wing misfits, meth, guns, incest. Closest I could find to the Midwest. Высоко ты. Высоко, да, сейчас круг сделаем лишний. Угу. Ой! Круто. А, да. Зато быстро приземлился бы, мне кажется. Да, насмерть. Нет уж. Какой-то ты не авантюрист совсем, да? Совсем не авантюрист, нет. Ни капельки. Я не думал, что тормоз прям совсем выключит двигатели. Но я думаю, сбавит оборотов там, ну, чтобы совсем выключить. Как-то неудобно здесь садиться, прям с гор. Сейчас еще круг придется сделать. Давай шасси, что ли, пока. А, помнишь, тебя учили как-то быстро разворачиваться через мертвую петлю? Резко. Резкий разворот. Нет, это что? Нет, то есть можно, конечно, попробовать так сесть в обратную сторону, но это... Нет, развернуться крайне имело, рискованно. Чтобы вот так вот каждый раз не заходить на посадку. Хитро. Нет, так не получится. Экстренная посадка. Чуть-чуть помял. Мана. Вообще, в идеале у него должны были шасси отвалиться при такой посадке. Это специальный самолет. Угу. Бонус за время. Не получилось. А, тут еще за время надо? За точный сброс 125 баксов тоже мне. Ну, нормально. Нормально. Мне тоже все понравилось. Сломаешь самолет, можно на машинке доставить. 5000. Так что все. Да, мне кажется, очень будут. Ладно, я думаю, что мы на машинке сейчас не поедем, смысла нет. Делать побочное задание. Надо заехать в амунацию. Жизненно необходимо это сделать. Вот, после чего отправиться к ФРБ, я думаю. Можно такси, может быть, вызвать, побыстрее будет, хотя тут не так долго, по идее, опять же. Да, прокатимся. Рано утром на мотоцикле, что может быть полезнее. Угу. Тем более Тревору точно полезно. А то у него рано утром только бензинчик там понюхать обычно. Интересно, Патрицию... Для бодрости? Ну, да я думаю, ее уже увезли. Жалко. Наверное. А дома опять свинарник? Опять бардак будет. Наверное. О. Никто ничего не видел. Животные здесь, конечно, просто на дорогу выскакивают постоянно. Хоп.
Амунация. I don't want to cry, but is it true about all them bikers that got killed? All you do is pry, Melvin. It's the only thing you got left. I have been feeling fairly betrayed recently by the local community, yes, and seeking reparations for any wrongdoings. I always kind of liked Johnny Kay. Oh, you did you? Well, there might still be a bit of him on the bottom of my foot if you're pining for a reunion. No, no. Just forget I said anything. You ain't hit me yet, so that's a start. Прикинь, мы можем миниган купить. Угу. Ну, тут как... Just please do not use it on me. Во всей игре, в общем-то, видишь? Оружие открывается после заданий. Просто миниган... Ну, не знаю, это такая штука, которая, по идее, он на ней просто как на ракете должен полететь, когда он начнет стрелять. Ну, может, у него какие-то антиотталкивающие подошвы там, не знаю. Ладно, кстати, важно. Асфальтосцепляемые. Угу. Пулемет общего назначения, сочетающий простоту дизайна и надежность. Но зато брони пули пробивает. Сохраняет высокую пробивную силу даже на большой дистанции. Whatever I can do to not piss you off, I will do it. А этот компактный пулемет с высокой скорострельностью, великолепной разрушительной силой. Я вот не помню, с которым они ходили, когда этих бронированных армию разгребали-то вот, когда банк грабили, помнишь? Ну да. Прошивали насквозь. Круто. Дорвался. Денег дали. Да. Деньги. Ща вообще. Так. I feel like I'm gonna say the wrong thing again. Да что? Штурмовой дробовик. Полностью автоматический скорострельный дробовик. С магазином на 8 патронов. Не, глушитель не буду ставить. Шопинг. А почему, зажав крестик, я не могу купить все патроны? Жалко. Ладно, все. Гранаты все на месте? Самое главное, да, гранаты все. За броником приехал вообще? Да, вообще за броником приехал. И акула здесь не продается. Нет, нету. Mm-hmm. Домой можно заехать, там аптечка будет лежать. Я думаю, так и сделаем. Заодно глянем. Патриция уже уехала или нет. Mm-hmm. Ну, Майклу сказали, никуда ты не поедешь сейчас. Хоп-хоп. О. Еще дома. Еще дома, да. Все скоблит, хорошо. Скоблит. Вообще молодец. Не представляю, сколько времени тут надо провести, чтобы это все оттереть, убрать, выбросить. Жить. Там еще такое многолетнее. Все. Угу. Ну, некоторые пятна, видишь, даже не сошли. Ну да. Хоть и отскребаны, но уже впитались. Просто настолько. А где-то... Где-то здесь был тюнинг машин? Не, далеко. Жалко. Думал просто по пути заехать. Раз уж деньги дали, машинку улучшить еще. А, там было еще что улучшить, да? Да, мы, по-моему, не весь максимум брали, потому что денег просто было не так много. Угу. А, там броня 80%, по-моему. Да-да-да. Ёлки. Ой. Я не видел. Да ладно, они все равно там все портят, эти койоты. Ой-ой-ой. Че, приехали? Нет, нормально. А это что такое вообще? Ладно.
не отвлекаемся. Опа! Колеса, колеса! Черт. Главное, чтобы сейчас поезд не приехал. Все нормально. GPS наивность тебе маршрут там рисует. Абах! Пусть рисует. Мы сделаем вид, что мы его читаем. Ну, в смысле, смотрим на него. И даже правила соблюдаем. Хе-хе-хе. Каждый раз проезжаю по рельсам и думаю, сейчас как меня слева или справа поезд войдет, будет эпично. Прям насквозь войдет. А? Нормально. Вправо в стекло влетел, влево вылетел. Тревор остался где-то посередке, да? Был бы идеально, если бы он, конечно, остался, но я боюсь, что он умрет. В смысле, как умрет? Вынесет оттуда просто. Ну да. А что они так далеко забрались-то? На этот раз. Опа. Опа. Тормози. Круто. Вот, а вот это не круто, спрыгнув с такой горы, врезаться в машину. Ну, вообще, не то чтобы... Можно сказать, я специально немножко даже это сделал. Ой, ну что, ребята? Что будем делать? Business, Michael, business. All right. I'm the CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, please just... fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, mm-hmm. Great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on! Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant! Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight then. No. There is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Agent Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Go down the coast. The facility's a few clicks south of us. Я прям дождаться не могу, когда они уже устроят что-то. Когда они психанут, повесят, там, твердуют. Да. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh?
That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. Oh, thank God. Fate shall carry me safe through these selfless acts of charity.